Очередное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано напротив рынка Самал, где столкнулись два автомобиля Volkswagen. Авария произошла на пешеходном переходе. По предварительным данным, Volkswagen Golf синего цвета остановился, чтобы пропустить пешехода. Водитель белого Volkswagen не смог вовремя остановиться и допустил столкновение. К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Автомобилям причинен материальный ущерб. Обстоятельства аварии выясняются. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на перекрестке улиц Байдбек-Би и Астана. Здесь столкнулись сразу три автомобиля – два BMW и один Mercedes. По словам очевидцев, белый BMW поворачивал от торгового центра «Изуми» в сторону дендропарка. В это время по проспекту Астана двигались автомобили Mercedes и BMW. На перекрестке они столкнулись с BMW белого цвета. Белый BMW и Mercedes остались стоять на проезжей части, черный BMW вылетел на разделительное ограждение. Надо отметить, что во время аварии светофор на перекрестке работал исправно. Автомобилям причинен серьезный материальный ущерб. Обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские. На пульт спасателей департамента по чрезвычайным ситуациям поступил вызов из 4-го микрорайона. По словам соседей, одинокая пенсионерка, проживающая на втором этаже, не может открыть запертую изнутри дверь квартиры. Спасатели не стали вскрывать железную дверь и спустились в квартиру с крыши дома. Войдя через окно, спасатели обнаружили пенсионерку и вызвали скорую помощь.